Вятские старости. В этот день 100 лет назад вятские газеты писали: вятские кустари всегда славились своими изделиями. Так и в 1912 году их сеялки были признаны лучшими, о чем сообщила в свое время газета «Вятская речь». Заведующий Омской машиноиспытательной станцией исследовал сеялки вятских кустарей. Исследование этих сеялок показало, что они превосходят московских и тверских кустарей и могут быть рекомендованы для применения их в крестьянском хозяйстве. Сеялки сделаны по типу дроуна. О посещении Вятки знаменитым художником и о предстоящей выставке его картин стало известно жителям города из газеты «Северное слово» столетней давности. В Вятку проездом на восток прибыл художник Николай Егорыч Лунд с серией своих картин, предполагая устроить из них в Вятке кратковременную выставку. Число картин 46, из которых 30 – палестинских, а остальные – общий пейзаж. Господин Лунд озабочен поиском подходящего помещения и, прежде всего, намерен обратиться к совету старейшин общественного собрания в надежде, что последний не встретит препятствий для отдачи под выставку своего помещения. Тем более, что все картины будут развешаны на особых экранах, демонстрироваться будут днем, а к вечеру, как это потребуется, без особых затруднений могут быть убираемы. В те давние времена в Вятке бывали случаи, когда суд выносил предвзятые решения, о чем 100 лет назад поведала газета «Северное слово». Купеческий сын Булычев минувшим летом устроил заграждение на проезде на свою дачу и уловил двух катавшихся здесь мотористов. Булычев был привлечен к ответственности и, как передают, оправдан уездным членом суда. Оправдательный приговор вызывает удивление. Факта устройства заграждения не отрицал даже сам Булычев, но объяснял свой поступок тем, что он предупреждал мотористов. Вятские старости. Новости из прошлых столетий.